А пошел уже пятый час. Да, пятый час, когда мы готовим на кухне на 2 недели заготовки. Значит, что готово на этот момент? Первое, что мы приготовили, это была дорада. Вот она здесь. Здесь 8 больших порций. Второе, сделали пельмени. Еще не все пельмени. Я их сразу замораживаю в морозилке. После того, как они заморозятся полностью, тогда уже засыплю в пакеты. И будут уже просто храниться пельмешки в пакетиках. Что еще готово? Готовы у нас оладьи с кабачком. Вот они остывают. Когда пельмени освободят место в морозилке, они пойдут туда, в морозилку. Готова пицца из кабачков. 2 порции и оладьи из кабачков. Так, у нас что новенького появилось? У нас вот здесь варится колбаса. Ой, сейчас запотеет. Запотеет, я чувствую. Объектив не нормально. Это вареная колбаса из курицы. Где-то 30 минут она будет вариться, после этого охладиться. А часть пойдет тоже в заморозку, часть пойдет, можно будет просто на бутерброды утром детям или в школу. Вот задавали вопрос, в школу можно будет брать. Еще готовятся пельмени. Я на целый килограмм рассчитала количество пельменей. Поэтому пельмешки еще будут. Будет вся морозилка в пельменях. Дальше что у нас? А это сосиски. Сейчас так стану, чтобы хорошо видно было. Это сосиски из индейки. Вот я готовлю фарш. Сейчас я вам покажу весь процесс. Вот фарш обычный. Он такого психоделического цвета, розово-фиолетового, потому что в нем добавлена свекла, свекольный сок. Когда он будет вариться, этот цвет уйдет практически полностью, останется такой светло-розовый оттенок. Если свеклу не добавлять, тогда вообще не будет, к сожалению, никакого цвета. Если добавлять, то вот до насыщенного такого цвета, тогда он будет розовым оттенком. Ну вот, перекручиваю фарш, делаю потом такие вот колбаски руками просто на доске, заворачиваю в пищевую пленку и вот такие конфетки кручу. И вот такие конфетки потом пойдут в заморозку. Я их не буду готовить. Они будут готовиться, когда нужно будет уже варить, сразу будут готовиться. Сейчас сделаю перерыв. Пришли мои дети. Чувствуется, сейчас. Сейчас мы им откроем. Привет. Привет, проходите. И возвращаюсь на кухню.